Пушков. Выход РФ из Совета Европы – потеря для ЕС. Российский сенатор считает, что уход России из СЕ стал бы крупной финансовой проблемой для организации. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в Твиттер слова генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Егланда о членстве России в этой организации. Напомним, ранее Егланд заявил, что в Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, так как опасаются ее выхода из состава организации. Генсек уточнил, что выход РФ стал бы негативным шагом, так как членство в организации необходимо российским гражданам. Егланд. Выход России из СЕ стал бы шагом назад. Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России, отметил Пушков. Как сообщал корреспондент Нет, Россия не намерена делать взносы в Совет Европы на работу парламентской ассамблеи в 2018 году, пока права российских парламентариев, которых лишили права голоса, полностью не восстановит. По материалам сайта newsgro.com.